Истранет ТВ. Истринское краеведение. Христорождественский храм Павлослободского сельского округа. В 1643 году село Рождественное было пожаловано из приказа Большого дворца князю Алексею Михайловичу Львову. В XIX веке здесь была построена новая каменная церковь Рождества Христова в стиле позднего классицизма. Открыта церковно-приходская школа. В 1938 году Христорождественский храм был закрыт. Последний настоятель Сергей Беляев арестован. Во время Великой Отечественной войны Рождественное оказалось в зоне тяжелых боев. Велись прицельные артобстрелы храма, на крыше которого немцы установили пулеметы. После войны в здании церкви хранились удобрения, что пагубно повлияло на состояние храма. Возрождение его началось в 1997 году. Прихожане тогда перезахоронили обнаруженные в обвалившемся склепе в правом пределе храма останки первых строителей графа Ивана Павловича и его супруги Анны Петровны Кутайсовых. В настоящее время реставрационные работы продолжаются.